Следующий продукт, который у меня закончился, это сыворотка Проликсир. Вообще ее обожаю, классная вещь. Сейчас у нас идет она по акции. Если вы берете на определенную сумму по каталогу, то ее можно взять всего лишь за 299 рублей. Великолепный продукт, хорошо увлажняет кожу. Единственное, не очень удобный дозатор. То есть я не пользовалась практически дозатором, потому что он плохо набирает средство на пипочку. Очень жесткая вот эта вот сама штучка, и очень короткая, и не успевает она набрать такое количество воздуха или спустить такое количество воздуха, чтобы потом набрать необходимое количество продукта. И потом мне приходилось вот таким вот количеством вытаскивать продукт на пипочку и наносить его точечными движениями на лицо. А остатки вообще очень тяжело было вытащить. Мне пришлось перевернуть его вот в такое вот состояние, положить его на полиэтиленовый пакетик, чтобы это все вышло туда. Хорошо увлажняет кожу. Единственное, многие, ну не многие, а большинство, наверное, 50% жаловались, когда я делала обзор на этот продукт, на эту линейку, что после ее использования дневного ночного крема, потому что здесь не только есть сыворотка Проликсир, есть дневной ночной крем, крем для кожи вокруг глаз, полезли высыпания на лице. У меня вообще ничего такого не было. Наоборот, у меня кожа пришла в идеальное состояние прошлой зимой. В увлажненное состояние, потому что, как я поняла, мне в зимний период времени нужно не питательными кремами пользоваться, а увлажняющими, потому что у меня с возрастом кожа становится суше. И вообще вот эта вот вся линейка, она великолепно справлялась со своими свойствами, со своими функциями, причем при всем я была в восторге вообще от крема вокруг глаз, потому что обычно бывает такое, что наносишь крем незадолго до сна, и потом с утра просыпаешься с отечностью на лице, то есть припухают веки. Но у меня с этим кремом, независимо от того, когда бы я его нанесла хоть за 5 минут до сна, у меня вообще никаких припухлостей не было. Так, и следом у нас идет три ролл геля от отеков и темных кругов под глазами. Я не знаю, есть ли в данный момент сейчас этот продукт на складе или нет. Его артикул 1036. Возможно, перевыпустилась упаковка. Я, если честно, выкидываю не потому, что у меня закончился, а потому что уже истек срок годности. В принципе, неплохо. Средненько так справляется с проблемами отечности, утренней отечности. Я покупала его маме. У меня у мамы, ну не сказать, чтобы сильно, но отекает лицо в последнее время. Глаза, именно глаза. Вот. И ей очень хорошо помогало. Не 100%, конечно, убирает. Не будет такого, что вы проснулись с мешками под глазами, и потом вы помазались, и все, у вас чудесным образом полностью все выровнялось. Со многими проблемами отечность может быть связана. Это и проблемы с почками, насколько я знаю. Я не врач, у меня нет медицинского образования. Это все, что я получаюсь и делюсь с вами. Это либо мой жизненный какой-то опыт, либо прочитанные книги. Это вот для тех, кто очень любит посудачить на эту тему. Также, если у вас есть грыжи глазные, они тоже способствуют отечности. Поэтому, естественно, вы одним каким-то продуктом не сможете убрать 100% вашу отечность. Нужно решать какие-то внутренние ваши проблемы. Допустим, не есть, не пить на ночь, не есть соленое, меньше ограничить потребление соленого в своем рационе. То есть какие-то такие вот моменты. Но все равно, хотя бы немножко снивелировать вот эту вот припухлость можно с помощью этого геля. По крайней мере, попробовать. Он обладает как бы лимфодренажем таким. То есть там есть массажные ролики, 3 массажных ролика, по какому принципу он действует. 3 массажных ролика. Вы выдавливаете это средство, и вот такими вот круговыми движениями вокруг глаз вы проходите. И вот за счет массажа, лимфодренажа и вот специальных ингредиентов, которые входят в состав этого продукта, у вас отечность, она немножко сдувается. Другой продукт, который у меня закончился, это жидкое мыло для удаления запахов. Великолепно вообще работает, отлично работает. Это вот тот продукт, который необходимо взять и тоже держать в каждом доме на кухне на своей. Потому что я терпеть не могу запах рыбы на руках. Я просто не могу его выносить. Я люблю, обожаю рыбу, люблю селедку, особенно зимой, но я терпеть не могу тот запах на руках, который она после себя оставляет. И ни одним любым другим средством этот запах не убрать. Даже если вы помоете, или, наверное, раз 5 руки, все равно у вас запах сохранится. И вот это мыло обладает свойством удаления запаха с ваших рук. То есть это продукт, который на самом деле работает. У нас есть в 4 вариациях это мыло. Есть с фруктовым запахом, с цветочным. Это запах водяной лилии. Фруктовый запах – это аромат яблока. Есть еще цветочно-пряный – это с ароматом имбиря. И есть еще цитрусовый с ароматом сладкого апельсина. Мои фавориты – это фруктовый аромат с запахом яблока и цветочно-пряный с запахом имбиря. Это новиночка, которая вышла, наверное, каталога 2. Вообще суперский
терпкий такой вот запах. Я вообще сама по себе имбирь люблю, я люблю его кушать. Причем я кушаю его не только с роллами, но и с любым видом мяса. Он тоже идеально подходит, потому что он способствует и пищеварению, и усваиваемости пищи, и не дает такой вот тяжести после мяса. Им не только можно мыть руки, но и разделочные доски, скалки, то есть любые кухонные поверхности, которые могут сохранить запах посуды. Также он справляется не только с запахом рыбы, а все то, что у нас очень сильно пахнет и оставляет после себя аромат. Это и чеснок, и сырое мясо, и специи. К тому же он не раздражает и не сушит кожу рук, потому что я пользуюсь им очень часто. Я люблю мыть руки, то есть у меня такой вот бзик есть. Я даже открыла холодильник, и мне кажется, что у меня руки грязные, я начинаю их мыть. Поэтому для меня очень важно, чтобы мыло не сушило руки. А сейчас я даже им пользуюсь с улицы, когда прихожу, мою руки. Ну, то есть он у меня и в ванной комнате сейчас в данный момент стоит, только с водяной лилией. Сладкий апельсин с запахом сладкого апельсина я не особо люблю, если честно. Если бы с лимончиком был бы, мне очень вот понравился. А вот как-то с апельсином я, ну, вообще люблю кушать, но не люблю запах как-то вот. Не знаю, приторные запахи я вообще не выношу. Водяной лилии также, так себе цветочный, такой вот неплохой, но цветочно-пряный, вообще я от него в восторге. Хотя вот, опять же, я порекомендовала, я же то, что нравится мне, хорошо, идеально продаю. Идеально продаю, то есть у меня это продается в больших количествах. Но получилось так, что я продала женщине, она пришла, она говорит: Настя, мне не очень понравился. Поэтому, конечно же, вкусы у всех разные, и не всегда ориентируйтесь на мое мнение, на мои обзоры. Это мое мнение, мой обзор, мое восприятие этого мира, мое восприятие того или иного продукта. И были даже такие случаи, что я тоже сделала обзор, в восторге была от какого-то, не помню уже, средства, и по моему наставлению, по моему обзору, да, консультант купил продукт, и она говорит: как вы так могли, я купила, и он мне потом не понравился, он мне ужасно не подошел. Ну, понимаете, вообще все индивидуально в этом мире, все абсолютно индивидуально, все относительно в этом мире. Время, пространство, нравится вам этот человек или не нравится, он мне может нравиться, я могу кому-то нравиться, могу не нравиться, я не могу абсолютно всем нравиться, да? И то же самое в отношении продукта, он кому-то подходит, а это вообще специфичные товары. Кому-то подошло, например, вот эта сыворотка, да, она мне вся вот эта серия про эликсир подошла, а кто-то вообще покрылся от нее прыщами, но это не значит того, что она мне подошла, я ее прорекламировала, вы по моему обзору, даже это не реклама, по моему обзору, я просто рассказываю, что мне подходит, что нет, что мне нравится, что нет, по каким причинам мне не нравится, я все это рассказываю. И вы купили, вам вдруг не подошло. Но не в этом я виновата, да, и не виноват даже производитель этого продукта. Просто какая-то несовместимость ваших выделений, вашего именно тела с теми компонентами, которые входят в тот или иной продукт. Поэтому, конечно же, подбирайте исключительно для себя. Посмотрите множество обзоров. Сейчас такое пространство интернет, когда вы можете не только посмотреть мое видео, вы можете посмотреть кучу других роликов, других видеоблогеров, можете зайти на устные какие-то сайты, кому не нравятся, опять же, мои философствования. Можете зайти на тот же самый отзовик, на рекоменды, посмотреть это все без эмоций и, не знаю, купить, если вам такая подача больше нравится. Мне нравится такая подача, я очень эмоциональная, я очень активная, я жестикулирую постоянно, я постоянно тереблю волосы, то есть это я, это вот мое, понимаете? Кто с такой же энергетикой, кто с такой же подачей, будет ему интересно меня смотреть. Те, которые люди поспокойнее, менее активные какие-то, то, хотя вот, допустим, я смотрю других видеоблогеров, у меня тоже есть определенные люди, которые с разной энергетикой. У меня есть более женственные, более спокойненькие такие, более хозяюшки, такие вот мамочки. Кто-то более активнее меня, да, и, допустим, мне не хватает в какой-то период времени, я чувствую, что мне не хватает женственности, да, мне не хватает какого-то спокойствия, гармоничности. И я предпочитаю в это время смотреть девушек именно вот, которые с моего взгляда, с моей стороны, обладают вот этой вот энергетикой, да, которой я могу напитаться. Вот. Если мне не хватает активности, я как-то чувствую, что мне нехорошо, как-то мне хочется вот взбодриться, я смотрю других блогеров, энергетика которых намного выше, чем у меня, чтобы от них немножко подзарядиться. То есть все в этом мире очень индивидуально. И вот я хочу на такой вот ноте закончить на продукте. Да, у меня все уже практически... Ой, блин, все сыпется с пакета. Значит, у меня закончился вот такой вот продукт, артикул 200035, это сыворотка-спрей энергетик для лица из компании Сингара. Это мой must-have тоже, который я покупаю уже второй раз, потому что на самом деле, вот у меня в последнее время девчонки отметили, что у меня очень хорошее состояние кожи лица, еще плюс ко всему я сейчас не часто пользуюсь тоналкой, и несмотря на это, я
вот на мой взгляд, мне нравится, как я выхожу на видеороликах, какая у меня кожа. Конечно же, кожа будет зависеть не только от той тоналки, которую я нанесла, да, того цвета, какими продуктами я пользовалась, еще очень хорошо, очень сильно зависит от освещения. Ой, вот зайчик поймала. Чем лучше освещение, да, чем качественнее освещение, от дневного освещения вообще будет идеальный ровный цвет лица, несмотря на то, что нанесли вы тоналку или нет. Вот, вот такого искусственного цвета, да, от фонарей, от ламп специальных профессиональных, оно немножко будет другим, но все равно все-таки лучше. И вот бывало такое, что я не пользовалась тоналкой и снимала видеоролики в офисе при тусклом дневном свете. И тем не менее, мне очень нравилось, как у меня выглядела кожа. То есть раньше у меня была в каких-то пятнышках, каких-то прыщичках, там, я не знаю, постакнешки у меня остались, хотя постакнешки у меня до сих пор сейчас есть. Но все равно очень хорошо помог, несмотря на то, что, опять же, я пользуюсь им нерегулярно. То есть, у меня нет такого, что я в течение дня, хотя я кидаю его в сумку. Ой, сейчас я, кстати, нанесу. Хотя, скорее всего, буду блестеть. Его можно наносить на поверх своего макияжа. Макияж у вас, в принципе, никуда не должен ни потечь, ни смыться. То есть, она очень хорошо работает, эта сыворотка. Но лучше, конечно, если вы будете наносить, она как спрей, как водичка такая, лучше наносить, если будете на крем, то есть вы нанесли свою сыворотку, если вы пользуетесь таковой, свой дневной крем, и потом сверху вы наносите вот этот спрей-энергетик. Очень хорошо работает на креме, то есть способствует лучшему проникновению, действию и эффекту. И сама она по себе отличная. Вообще, если вы хотите выровнять цвет лица, то обязательно нужно, вот, наверное, не сфокусируется у меня, обязательно нужно в течение дня раз 5-6 разбрызгивать ее на лицо, и тогда у вас кожа станет наиболее сияющей, приобретет более здоровый цвет. И у меня приходил консультант, который, наверное, ну, где-то 40-45, она говорит: Настя, ты не представляешь, в какой я восторг прихожу от этой сыворотки, когда наношу ее на лицо. У меня мгновенно, говорит, визуально улучшается цвет лица, особенно утром, когда ты встаешь вся помятая, немножко бледноватая, и когда ее наносишь на лицо, визуально кожа, говорит, подтягивается, прямо такой вот тонус, тургор появляется, и здоровый румянец на лице появляется, здоровый такой вот оттенок, розовенький, практически как у девочки. Ну вот и на этом, наверное, я закончу. Я все время так почему-то начинаю видео не очень, потом разговариваюсь, и у меня прям идет все как по маслу. Вот, на этом и все. Спасибо вам большое за просмотр. Если у вас есть какие-то пожелания, отзывы, запросы на видео, оставляйте в комментариях. Также у меня есть группа ВКонтакте. Сейчас на моем канале проводится конкурс, будет действовать в течение 2 недель. Вы можете получить 2 великолепных подарка. Это и парфюмированную водичку, причем 2 парфюмированных водички по 15 мл, Дона Феличи и Каори, и 2 блеска для губ. Конкурс проводится для жителей России. Всю информацию вы можете получить на моем канале, либо в моей группе. Там все условия прописаны, поэтому участвуйте и просто участвуйте. Ну вот и все. Пока-пока!